Уважаемые товарищи жильцы, я попросил вас собраться на внеочередное собрание нашего кооператива, в основном в связи с тем, что страна наша сейчас перестраивается, и я думаю, что нам тоже надо у себя что-нибудь перестроить. Тем более, что у нас во многих квартирах течет. Но я начну наоборот с приятного сообщения. Прежде всего, давайте поздравим квартиру номер 13. Вот, у них скоро свадьба. И тут у нас сегодня присутствует мама молодоженов. Представляю, как она волнуется, передавая свое единственное, хрупкое дитя в могучие руки невесты. Давайте ее немного морально поддержим. Так, теперь о вещах посерьезнее. У нас в доме развелось огромное количество собак. Я тут же многих, понимаете, узнаю по собакам. Вот вы, кажется, Тузик. А, простите, Марья Ивановна, я помню, что вы Рекс. Кстати, на вашу собачку муж жалуется. Пишет в правлении, что вы ее против него настраиваете. Особенно в день получки. Даете, понимаете, собаке понюхать рубль, потом командуете «Ищи!». Это нехорошо, вам в дружбе надо жить с собакой. Далее другие сигналы. Штуцер, второй подъезд. И у себя в квартире группу йогов организовали. Что это за неформальное объединение? Стоите все на балконе, в позе птички. А если кто-нибудь выпадет из гнезда? Далее балконы, товарищи, в каком состоянии? Все заставлены. Такие паруса развиваются, что хоть стой, хоть падай. Такие предметы одежды висят, на которые вам в магазине неловко смотреть. Да что там балконы, когда собственной косметикой многие меры просто не знают. А вот и мое дело как раз. Вон заявление поступило от Ильиной, я уж замучился. Она пластическую операцию сделала. И так помолодела, что теперь вон пенсию получить не может. Ходит, бегает, доказывает по всем инстанциям, что она с 13-го года. А ее вам стройотряд посылает по комсомольской путевке. Так, теперь о детях, особенно переходного возраста, 31-я квартира. Ваш парень с дружками в подъезде лампочку вывернул. И в темноте нашему новенькому участковому хлопушка как хлопнет. Он от страха и заорал: «Милиция!». Только потом и сообразил, что милиция это он и есть. И сразу в темноту: «Так, кто кричал, в чем дело, пройдемте». Очень плохо, в подъезде полумрак. Все, лампочку посветлее вкрутить собираемся, не можем договориться, кому. И на 9-м этаже лампочку вывернули. Надо нам тащи выбираться из темноты. Так, теперь еще одной новостью поделиться хочется. У нас алхимики объявились. Все, вон я на Еремина наткнулся из 20-й квартиры, еле-еле его в чувство привел. Спрашиваю, что это тебя так подкосило? Он мне говорит: «Александра Третьего, мол, переборщил». Ну все, я вчера по всем магазинам бегал, думал, что это коньяк такой новый. Вроде Наполеона. А Александр Третий, это он коктейль делает. Одеколон Саша с тройным смешивает. Товарищи, пора прекращать эти эксперименты. Это смеются в парфюмерных магазинах, лосьоны не достать, эти алхимики расхватали. Я уж, понимаете, после бритья лицо шампанским протираю. Выговор в управлении схлопотал за то, что винным духом пахнул. Короче, подведу итоги, товарищи, давайте жить по-соседски дружно и помнить про свои обязанности, иначе у нас порядка не будет. Все!